1 июня праздник для детей устроили и сотрудники супермаркета «Лимончик». Сегодня самых маленьких посетителей супермаркет «Лимончик» встречает по-особенному. Как порадовать детишек? Конечно, подарить им воздушное разноцветное счастье, а в ответ увидеть их искреннюю улыбку. Всем малышам в этот день в «Лимончике» дарили воздушные шары. Дети – цветы жизни, и в этот день мы не могли не порадовать наших детишек. Поздравляем с праздником! Счастье! Мирного неба над головой и продлить детство нашим деткам, наших силах. Пока взрослые совершали покупки и принимали участие в супер-розыгрыше призов от «Лимончика», счастливые и беззаботные детишки бегали по магазину с яркими шариками в руках. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.